женщины рукоделия, девочки, это лично вам посвящается. Творят девчата чудеса, никто не заставляет. Им помогают небеса, заряд вдохновляя. Днем и ночью вяжут, шьют, снова порют, вышивают. Тихо песенку поют, рукоделие продолжают. А с приходом же весны их мечты осуществлены. Крепко пяльцы прижимают и шедевры воплощают. И к этому 8 марта, ожидая снова старта, они на выставке в музее свои творения лицезреют. Каждого на усмотрение поражают те мгновения. Если подальше отойдешь, их обязательно найдешь. Удивляешься терпению, сколько вложено труда. Сказочному озарению всегда сопутствует весна. Девчоночки, мама, группа.